Капитализма западного, она реализуема, правда. Недаром многие писали, Киосаки, Трамп на чем поднялся? На недвижимости, на казино. Да. Только благодаря вот этим процентам. У нас это, ну, понимаете, 20% кредит, ну кто потянет? 40. Ну, не тянут, конечно, люди. Вы, там три квартиры вы купили за 100 тысяч, 300 выплатили банками. Ну, вам как вообще, вот нравится, заходит это? Позитивно. Очень, да. Давайте машины, поднимем, машины вот, только искренне, я хочу, мне нужна статистика. Я человек цифр. Поднимите, пожалуйста, руки, кому нравится и кто хотел бы с этим работать. Отлично, где-то процентов 90. Ну это круто. Круто. Значит, мы попали в точку, аплодисменты. Друзья, ну и это еще не все. Можно было, знаете, новости делить еще несколько семинаров для лидеров сделать, как говорится, чтобы передоза не было. Или да. Нормально? В следующий раз на 3 дня будем. Да, я думаю, да. Маловато сегодня. Только надо, этот, как его, отель без алкоголя, да? Чтобы все могли воспринимать. Значит, так как в сертификатах с электроникой, с бытовой техникой мы сделали определенный турбостарт, о котором вы все знаете, у кого там структуры взорвались, даже у тех, у кого никогда они не взрывались. Ну, там много критериев. Открытость, руководство, лояльность, ну и так далее. Вот этот турбостарт дал что? Скорость. Вот для того, чтобы запустить эти программы, мы также делаем определенный турбостарт, о котором расскажет человек, который выйдет на эту сцену. Вы его, конечно же, уже все знаете. Это нами всеми любимый основатель компании Сергей Анатольевич Александров. Еще раз здравствуйте. Значит, для старта, как сказал Сережа, у нас предусмотрено сейчас три промоушена, скажем так. Первый из них, ну, в принципе, это не турбостарт, который Сережа не сказал, человеку, который внес 10%, идет до линии до 50%, чтобы запустить старт самой программы, человеку нужно внести 10%. Чтобы ему стать в очередь, ему нужно дойти к 50%. Если для этого запущена отдельная программа, независимо, то есть от сертификатов, от техники, да, и только по достижению 50% человек может стать в очередь. Но есть определенные условия для людей, которые работают. Для активных людей, не для пассивщиков. Если лидер, я буду так называть, да, выбирает недвижимость в сумме 100 тысяч долларов, да, 50%, сколько? 50 тысяч, да. Ему нужно внести 50 тысяч, чтобы стать в очередь. Но мы даем возможность. Если лидер по жилищной программе приглашает в систему своих партнеров и делает общий свой оборот именно по этой программе 200 тысяч, общий оборот структуры по программе, она приглашала партнеров, которые внесли первые там по 10%, по 12%, то есть кто сколько мог. Когда его сумма достигает 200 тысяч, он автоматически становится уже на получение квартиры. То есть, если у него внесено всего лишь 30%, но сумма приглашенных им людей в систему превысила 200 тысяч, он уже при 30% может получить недвижимость и получить уже право там находиться, жить или сдавать в аренду. То есть у него будут документы, а все остальное выплачивать будет от 3 до 5%? Да. От, если он находится на 30%, до 50% это будет беспроцентный взнос в дальнейшем. И от 50% уже там те проценты, которые мы поставим. А до сколько можно закрывать там? Без проблем. Это смарт-контракт. Он видит, что сумма внесена, он закрывается автоматически. 30 это уже фиксированная сумма, да? Нет, может быть 20.
Здесь может быть 20%, от 10%. Да, допустим, если вы выбрали квартиру за 100 тысяч, внесли 10% для активации данной программы, да, сделали оборот по этой системе в 200 тысяч, вы уже можете получить квартиру. Но никакого досрочного возврата уже здесь не будет. Понятно. Никаких, вот до 50%. Понятно, да? Ну и также, как при любой программе, мы делаем промоушен для наших лидеров. И первые 10 лидеров, кто зайдут в программу и сделают, активируют 10%, запустят программу, дойдут до 30%, они автоматически становятся в очередь. Первые 10 человек. Все остальные нужно будет доходить до 50, чтобы становиться в свою очередь. Также 30% сейчас мы делаем, ну, это тоже как турбо-старт для молодых семей до 35 лет, которые имеют маленьких детей. Или же матерям-одиночкам при предоставлении документов, что они в разводе более года там, и они сами содержат ребенка, мы также можем позволить 30%. Вот такой турбо-старт. Мы говорили, что мы начнем с жилищной программы, а авто, она такая же. Ну что, все? Вопросы? Да. У авто имеется категория машин. Вы выбираете себе сами автомобиль. А машины салонные, правильно? Без разницы. Если любая та, которая подходит под полную каску. Есть вот в Украине, допустим, годовой сегмент, когда машина не может войти в именно полную каску. Она уже там старая или там не подходит, там такси или бита, я не знаю. То такие машины не принимаются, потому что вы должны ее полностью застраховать. Если вы сейчас, мы вам купили машину, да, за 50%, выехали в столб, ехали. Говорит, да ну нафиг она мне надо, там, я не буду разбираться. Да. Ну вот за это должна быть страховка. При покупке житла там есть тоже какая-то страховка на житло, на себя, да, на житло? Будет, будет. Там будет полный пакет документов, полный срок. Будет трясение еще и туда. Да, конечно. Компания себя страхует полностью. По цене машины от и до, там нет такого ограничения ценового? Нет, будет, да. Ну мы сейчас не будем назвать цифры, но мы смотрим. Если на квартиры там 25 минимум, да, то на машины там тоже будет определенный минимум. Ясно. Мотоциклы и катера тоже, да? Вы же по факту, ну, вы по факту устанавливаете сумму на тот продукт, который хотите. А наше агентство как бы выкупит вам все, что угодно, заключить договор. Там Маск разрабатывает ракету, в принципе, можно говорить на эту ракету. При презентации программы мы можем говорить о том, что эта программа может запуститься в 2020 году? Сережа только что объяснил, что мы уже начинаем ее... понемногу внедрять, уже 2000, буквально 2021 год. Мы можем рассчитывать? Да, так мы уже начинаем. Вот буквально там со следующей недели мы уже будем начинать как бы принимать документы. А потом, когда смарт-контракт доделаем, просто мы наложим сверху смарт-контракт, перенесем все уже выплаченные деньги и все. А в кабинетах что там увидим? Не будем по этим программам? Важно, да? Кабинетах будут вот эти программы? Да, да, конечно. Сейчас готовится полностью обновление сайта. Сначала мы запускаем интернет-магазин, и потом уже готов полностью ребрендинг сайта. С личными кабинетами обновленными, и там будет уже прописаны эти все программы. Ребята, хочу вас поблагодарить всех. Всем огромное спасибо. Вы у нас лучшие лидеры. Друзья, давайте соберемся вот здесь все, вот здесь для фото. У нас фото все. Сзади? Где? Ну, давайте сзади, впереди, все. Сзади все вместе сфотографируемся. Да. И здесь порог, здесь лучше будет. Но у нас там специально она не видна сразу, а здесь порог. Девочки, кто выше, ниже. А там фон будет, квартира. А он не будет. Друзья, и важное объявление, в 12:30 нужно выселиться из номеров, вот, ну, максимум плюс-минус там 15 минут, то есть в 12:45 нужно уже выселиться. А в СПА вы можете еще до вечера остаться. Давайте проходим в фотозону, пофотографируемся, снимем видео.
Так, друзья, проходите в фотозону, сейчас будет коллективное фото. Сделайте регистрацию, ссылка на регистрацию Мия Холд находится в описании, прямо под этим видео. Поэтому я рекомендую прямо сейчас сделать регистрацию, прямо сейчас. Регистрируемся по ссылке под этим видео. Дэн, друзья, не забываем регистрироваться в Мия Холдинг. Ссылка на регистрацию находится в описании под этим видео. Не пропустите этот шанс. Регистрируйтесь.